Обзор по золоту, часовой график. На протяжении вчерашних торгов котировки золота так не смогли закрыть ценовой разрыв, сформировавшийся в начале действующей недели. Боковое движение на часовом рынке продолжается между сопротивлением 12.78 и поддержкой E1270. Как на часовом, так и на 4-часовом продолжительный восходящий тренд, да, все еще сохраняется. На данных таймфреймах сохраняется продолжительный восходящий тренд. На часовом графике нисходящий тренд, который, скорее всего, близок к своему завершению. И очередной импульс роста на данном рынке может состояться уже и в сегодняшних торгах. В первую очередь данную динамику может спровоцировать как статистика из Соединенных Штатов, связанная с индексом потребительских, с индексом доверия потребителей и с продажами нового жилья в Соединенных Штатах. И, конечно же, долгосрочная и продолжительная неопределенность составляет возможное развитие событий, связанных с Северной Кореей и с пока еще не произошедшим испытанием ракет, которые наибольше ожидаются со стороны, больше всего беспокойность вызывает со стороны Японии и Соединенных Штатов. В случае, если развитие событий продолжится на данном корейском полуострове, соответственно, это подстегнет котировки золота, и очередной восходящий тренд можно будет наблюдать на часовом графике.